Администрация славянского городского поселения подготовила для всех школьников необычный сюрприз. 7 сентября на Центральной площади состоялся праздничный концерт «День знаний». Побывал на мероприятии и наш корреспондент. Проститься с летом и отдохнуть после первой школьной недели. Именно с такой целью был придуман праздник «День знаний». Для детей всех возрастов в этот день была подготовлена особая программа. Началом праздника стало вручение грамот и подарков самым активным школьникам Славянки. Литвинова Катя, член общественной молодежной палаты Славянского городского поселения, тоже самое за активную гражданскую позицию, трудолюбие, целеустремленность и в связи с празднованием 157-й годовщины образования поселка Славянка. Спасибо, Катюш. Сразу после вручения грамот состоялся конкурс юных вокалистов и чтецов. Любой ребенок мог пройти на сцену и продемонстрировать свои таланты, рассказать любимое стихотворение и спеть песню. И пока одни дети выступали на сцене, другие, взяв в руки цветные мелки, разукрашивали площадь. Принять участие в конкурсе юных художников также мог любой желающий. Еще не все мероприятия, которые были приготовлены для детей в этот день. На площади установили 3 площадки для спортивных и интеллектуальных игр. Школьники могли поучаствовать в соревнованиях по дартсу и шахматам, а также принять участие в уже полюбившихся всем детям играх-головоломках. У нас спектр различных игр. Игра Дантес, Уна, Ты лучший, Мафия, Банкир. Всем эти игры очень нравятся, все как бы в восторге от них. Не обошлось в этот день и без конкурса силачей. Ребята устроили между школами соревнования по перетягиванию каната. Готовы? В соревнованиях и конкурсах был награжден ценными призами и грамотами. А в завершении праздника на площади состоялась вечерняя дискотека. Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.